вручения боевых орденов мне хотелось бы поздравить вас. Вручить те награды, которые, ту награду, которую заслужили самые лучшие из вас, которые прошли конкурсный отбор, которые прошли собеседование, на котором очень приятно удивили всю комиссию. С огромной радостью сегодня поздравляю вас и хочу вручить почетные призы, скажем так. Благодарственным письмом главы города Красноярска награждается майор полиции Кирушонов Иван Николаевич, набравший по итогам конкурса лучший участковый уполномоченный полиции города Красноярска в 2019 году 676 баллов и занявший третье место. Кстати, поразил своими знаниями советского района Солнечного. Прям поразил. Награждается победитель конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции в городе Красноярске в 2019 году», набравший по итогам конкурса 944 балла, майор полиции Шуляк Николай Валентинович. И от души вот такой сертификат на 200 рублей. Ну что, есть части, уважаемые коллеги? Что хотелось бы сказать? Сегодня служба участковых уполномоченных полиции в системе органов внутренних дел Российской Федерации является, пожалуй, основополагающей службой. Работа участкового, безусловно, достаточно сложная, требует огромного профессионализма, требует определенного уровня образования. Но, несмотря на это, все, кто здесь присутствует в зале и вообще, кто в этой службе остался работать, это настоящие, наверное, мужественные, смелые и грамотные профессионалы. Я хочу пожелать, чтобы все те задачи, которые перед вами стоят, они всегда выполнялись. Пожелать вам благополучия, карьерного роста, счастья, здоровья, всего самого хорошего. Благодарю за эту службу, достоинство и больших звезд на моем поводу России. Всего того, чего на самом деле вам нужно, здоровья, крепких рук, карьерного роста. На что бы мне хотелось обратить внимание? Я попрошу, будь все-таки актив, у вас должно быть чувство локтя, взаимовыручки, поэтому друг другу обязательно помогаем, поддерживаем.